Вот у нас зацвела сакура, смотрите. Такие красивые нежные розовые цветочки. Ужасный ветер сегодня. Не знаю, будет слышно или помехи будут какие-то. Солнце, мне кажется, не видно ничего. Вот она зацвела, но как-то в прошлом году было так много цветов, но в этом как-то совсем уж мало. Вот это соседняя, так вообще еще никакая. Довольно прохладно сегодня и очень ветрено. Вот так вот цветет сакура. Красиво. Вот здесь очень красиво цветет сакура. Пышно. Не знаю, насколько будет это вам видно через камеру. Очень красиво здесь. Очень красиво цветет форзиция. Она без листьев цветет. Сначала вот желтенькие цветочки, а цветет, потом появятся листочки. Все наоборот. Так красиво весной природа вся оживает, листочки. Сейчас самая красивая зелень, такая вот первая, которая еще не запыленная. Так хорошо. Это наш пруд таллинский, Шнелли называется. Видите, какие листочки, травка зеленеет. Там наверху Вышгород. Там заседает правительство наше на Томпе. И там лестница Паткуля, о которой я вам рассказывала в прошлых видео уже. Здесь всегда много птиц. Чайки, утки. Сегодня что-то не так их много. А напротив находится железнодорожный вокзал. Смотрите, клен какой красивый. Утки загорают на солнышке. А вот скворушки. Это скворушки? Да, это скворцы. Угу. Червячков ищут. Они сейчас выращивают птенчиков, им нужен протеин. Поэтому они червячков вылавливают там в земле.